Всем привет, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту такому прокси-веб, где мы на компьютер установили программу, и нам капает денежка. Значит, я писала видео о том, что типа проект снова платит, и ставила на вывод пробный 100 рублей. Не платит он. Это что я записала видео. Мне попалось на глаза видео в тот момент. Значит, вот программа прокси-веб для заработка денег без вложений снова платит. Пробный вывод 100 рублей. И вот этому парню они как бы заплатили, да? Может, повезло. Или они выборочно платят. Не знаю. Ему заплатили. Думаю, вот и я бегом. Я же его не удаляла, все как бы работала в нем. И что, выплаты? Я ставила пробный вывод 100 рублей сначала, видео писала от 100 рублей. Потом я ставила уже плюс еще 257 рублей. И это я ставила сначала 19.05, потом я поставила 26.05. Извините, уже сегодня 14 число, денег нет, проект не платит. Значит, так что не тратьте время и... провались он. Будут другие проекты. Это интернет. И такое, к сожалению, случается. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.